В день, когда наша съемочная группа выехала в город посмотреть, насколько очищены тротуары и улицы, прошел довольно сильный снег. И сразу же коммунальные службы приступили к очистке территории у администрации. И это правильно, ведь Советская площадь – центр Ленинского района. На главных улицах хорошо, на каких-то окраинах не очень. Уиск очень хорошо расчищен, ездят трактора, все своевременно убирается. А вот в детском городке по 2-3 дня не чистится, и проехать там невозможно. Во дворах домов по проспекту Ленинского комсомола снег с дорог очищен, однако людям здесь приходится ходить по проезжей части. Тротуаров нет, смотрите, одни машины на тротуаре. А тут еще одна беда. Под слоем снега лежит укатанный лед. И машинам, и людям передвигаться небезопасно. Посыпать, чистить надо дороги вовремя. Ночью надо работать такие дни, а не спать. Где-то надо или песок, соль сыпать, или что-то там такое, чтобы не скользко было. В городе Видное при уборке дорог и придомовых территорий применяется песко-соляная смесь. Этот состав в течение 5 часов растворяет лед. После образования так называемой каши необходимо сразу же приступать к уборке. Иначе смысла нет, это выброшенные средства получаются. Обращу внимание управляющей компании, чтобы вот соблюдался этот режим. Согласен полностью с людьми, что если уж сделали кашу, то надо ее, как говорится, вывозить. Есть в нашем городе места, где редко ступает нога дворника. Это проезд от пожарной части до рынка «Красный камень». Плохое состояние и скользко под снегом. Улицы старой части города по всему видно, чистятся от снега. Однако по тротуару можно идти цепочкой друг за другом. Все тихие улицы плохо чистятся. Да. С коляской негде погулять с ребенком. На балансе администрации городского поселения Видное 82 километра муниципальных дорог. Всего на их содержание в бюджете заложено около 60 миллионов рублей на год, с учетом летней и зимней уборки. Вопрос в том, насколько регулярно должны убираться те или иные участки города. Конкретные адреса, вот хотелось бы тоже от жителей получать в оперативном порядке. Тем более есть единые дежурные службы при главе Ленинского района, есть отдел ЖКХ администрации городского поселения Видное. До конца зимы еще далеко. Будут снегопады, будут и оттепели. Хочется надеяться, что коммунальные службы оперативно и вовремя позаботятся о том, чтобы жителям города на дорогах и тротуарах было легко передвигаться без ущерба для своего здоровья. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.